Он пережил страшную автокатастрофу и готовился к ампутации ноги. Был женат только один раз и всю жизнь искал себе в спутнице такую же женщину, как его мать, но не нашел. А единственный сын перестал общаться с легендарным отцом из-за бизнеса. Как сложилась личная жизнь Вячеслава Зайцева и почему он остался в полном одиночестве?